Сабалар Хайыр, бүгін Хырымышғалының 659-й күні. Эфирде заман, сізлер үшін студияда Эльмаз Асан чалышмақта. 26 февраль күніні Хырым Ижғалине қаршы күреш күні оларақ илян етмек. Бөле теклифнен Украина информацион сиясетіні назирлігінде чықтылар. Информация назир меслячысы имене джипар білдіргеніне көре бұл күн ярмадаға Ижғалджелер насыл келгеніні ұнутмамаға ярдым етеджек. Вебунен берабер қырымлылар Русия Ижғалине насыл итираз білдірмеге тұршқанлардың костереджек. Хатырлатамыз 2014 сенесі февраль 26-сында Хырым парламентінің бинасы яны на бинлерде инсанлар. Улардын арасында эсасин хырым татарлар келип ханунсыз референдумга кедер этмеге тырыштылар. Бу вакаядан сон хырымнын Русия эли прокуратурасы кутлеви наразылыкларда иштрак эткенлерге каршы жинай иш ачты. 26 февраль иши боюнча эсасин хырым татарлар яхаланды. Котеклев ве Корхутуф, Ялта Сакины, Кырым татары Юнус Машарипов, Русиялы Кырымның тарафдарлары олған комшуларға шикайет әте. Кырым Ижғалинден сон ярымадада дайма инсан ақлары бозыла. Ве эксери алда бундан милли халқ векелері зарар көре. Зарар көрген Юнус Машарипов есе дефаларже эким, оху хоруджи ве мемурларға мурадятта бұлынған әді. Ләкін басқы әткен комшуларға незбеттін бірде-бір джинайы иш аляда ачылмады. С прошлого года этот конфликт приобретает черты фашизма, расизма. Соседи Гавина, супруги Гавина Наташа и Гавина Александр около 11 часов дня в гараже травили минут 8-10 меня выхлопными газами своего автомобиля, а потом стали избивать. Во время празднования Ураза Байрам Клименко Валерий Владимирович избил меня и супругу. Бил кулаками, потом кастрюлей. В Ялте невозможно мусульманину добиться никакого правового законности. Бүгін Хырым блокадасының 89-й күні. Чонғар сыныр кечеті елі инсанлар ашайтнен берабер химик мальземелеріні кечірмеге тұрышалар. Тәфсилатлыйды Гүлсум Халилованың левхасында. Бу арабаны Кырым ватандашлык блокада активистлері туневын кече токтаттылар. Айдавчылар Кырымда яшай, ярымадага 400 литр шенген сабун кечирмек истеделер. Акция иштиракчылары оларны кечермеди. Нетижеде олар юклерни арабадан чыгарып Кырымга жол алдылар. Шымды эсе ысынмалар меркези штабта булуна. Мүлкетчилер Украинага кайтмак үчүн разылык беклейлер. Что тут комментировать? Ты так все видел. А что видно? А что, непонятно, что ли? Откуда уже везли? С Интаема получили и везли. Вместо того, что наши татары поддерживают, а наши татары бизнес хотят делать на нашей крови. Вместо того, что мы должны Крым вернуть, они вот они, Крым возвращает вот таким путем. Смотрите, порошок как таскают наши братья. Бундан да гайры туневын кече активистлер дабыр машинаны токтаттылар. Айдавчы Харьковтан Крымга жол ала еді. Арабасында татлылыклар, сүт махсулатлары ве сабун алып кете еді. Сөзлеріне көре, бұл сатмақ үчін дегел. Не знаю, вот я не знаю, честно вам скажу, не знаю. Мне просто непонятно, почему я не могу это сделать. А знаете, что... Я знаю, что да, есть блокада, нельзя провозить более 50 килограмм. Да, я знаю, но тут нет 50 килограмм. Тут все в пределах нормы. Я не везу ни оружия, ни наркотики, ничего запрещенного. Айдавчы білдіргеніне көре кечкен сефер санки правый сектор аскерлері оны мақсулатларнен кечмеге разылық бергенлер. Так вот я вас не мог пропускать. Так что можете возвращаться назад в обратную сторону. Бүгін Сабайси Чынгар кечеш ноқтасында дорт қадын 220 килограмм қалбас кечірмек істеді. Сізлеріне көре Қырымда сата жақы екенлер. Украинада пенсиялар кечкене, мында есе кече білежеклеріні ұмыт еткенлер. Ялту в Симферополь было 4 человека. Кто куда? Для того, чтобы продать, заработать денег. Говорили разное, говорили, где-то пропускают, где-то можно договориться, где-то нельзя договориться, ну как получится, то есть на свой страх и риск. Ну горький опыт, не хочется больше. Первый и последний раз не знала, на что шла. Шымды эпосы мақсулатлар меркези штабта болуна, оларның сайплеры Украинаға қайтмақ үчін разылық беклейлер. Гүлсум Халилова, Эльдар Исматов, Заман, АТР.
Крымда 54 дизель генераторлары чалышмай. Крымэнерго эсе оларны тамирлемей. Ширкет вёнын елбашчысы Виктор Плакиданы тэнкыт кефев хуляде вазетлер бойынша штабында оғыраттылар. Плакида эсе бу тамир ишлеріні кечірмек ичун мутахасыслар олмағанны білдіре. Бундан да ғайры Крым шерлеріне автоном генераторларының айрылуы бойынша жедвел аляда таздықланмады. Бу вақытта эсе Крым шерлерінде ярық сөндірулері девам эте. Базы мескен ерлерге эсе ишық асылда келмей. Себеп электроэнергия кытлыгы. Нафтогаз Украины Крымда ғайып олған активлерден себеп Русиянин махкеме этедек. Ширкет халхара махкемелер ярдымы эле ижгальджи девлетінің кетірілген зиянлары ечін тазминат толемеге мечбур этедек ола. Нафтогазның матбуат хызметінде білдіргенлеріне көре зиянын көлемі 14 миллиард гривна этрафындадыр. Бунен берабер халхара мутыхасыслары Крым ижгалінден себеп жойылған активлерінің фиаты эсаплады, олардың фиаты эсе 15 миллиард рубледен зиядеді. СБУ-ға ЛНР-ден қызмет еткен Джинкавер теслим олды. Луганск вилаятының сакины СБУ Ачхан программаның хуланып, джинаетчилігіні тоқтатмаға харар алған. Джинкавер Украин мақсус қызметчілеріне ЛНР-ге аляхасы олғаны таздықлады. Теслим олған Украин халқы огынды афу сұрады. Я гражданин Украины Евгений, 1956 года рождения, уроженец России, житель города Привольно, Луганской области. В июне 2014 года я добровольно вступил в ряды батальона призов Луганской Народной Республики под командованием Алексея Мозгового. При поступлении на службу я получил автомат Калашника и два магазина с патронами к ним. Я имел позывной «Найбак». Во время прохождения службы я принимал участие в обороне города Северск Донецкой области. Функциональные обязанности подразделения, в котором я проходил службу, входила организация укреплений боевых позиций и несения караульной службы. Убийств, мародерств и других тяжких преступлений я не совершал и искренне раскаиваюсь в содеянном. Прошу прощения у всего украинского народа и призываю всех ополченцев сложить оружие. Санкциялар себебінден байрамды байрам дегіл. Бөле фекерде Кириш сәкінлері болына. Анда Аяз дедеге мектуп адлы акция иштракчилерінден ось фото ве видео лейхаларыны баштабыр нәзірлер шурасында таздықламаға талап етелер. Кириш Демир Йол вокзалында қарқыз Аяз дедеге мектуп язмасында балаларға ярдым еті. Бұндан сон балалар ось мектуплеріні мақсус құтучы хай олай. Екі афтадан сон есе жевап келе біле. Әлбетті ки бұны да мемурлар япмаға ясақ етмеселер. Бұ нұқтада программамызны екінлейміз, ишкуныңыз қайырлы хабарлернен башлансын. Сағылық не қалыңыз.